Доброе утро, уважаемые коллеги. Начинаем аппаратное совещание. Так, пожалуйста, Владислав Евгеньевич. Уважаемая Наталья Петровна, уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые участники совещания. В Советском районе за истекшую неделю в сфере жилищно-коммунального хозяйства уже после отключения тепла произошел прорыв теплотрассы, приведший к отключению 11 домов на улице Трактовая. Авария была устранена в воскресенье. Котельня запущена. После этого прошел новый прорыв, отключен на данный момент 3 дома. Прорыв обнаружен, вскоре авария будет устранена. В сфере благоустройства в рамках программы формирования современной городской среды в районе завершено благоустройство 22 дворовых территорий. В 2 дворах на Овчинников 9Б и Крупска 44 идет устранение незначительных замечаний. Из 5 общественных пространств работа на 4 объектах закончена полностью. Или идет устранение замечаний. На 1 объекте выполнено асфальтирование, идут подготовительные работы для установки малых архитектурных форм. В рамках прочих программ по благоустройству общественных пространств 6 объектов закончены. Работы на 4 объектах идут с незначительным отставанием от графика. На 1 объекте отставание по причине плохой работы подрядчика «Атмосфера уюта». Это сквер на Театральной площади. Гранит 4 октября, как гарантировал подрядчик, был завезен. На данный момент заканчивается монтаж панели подпорных стенок и переборка ступеней. К контролю работ на данном объекте подключилась прокуратура района. В рамках программы «Реальные дела» работы первого этапа по текущему ремонту межквартальных проездов выполнены полностью. Второй этап начнется 10 октября. По грейдированию дорог частного сектора работа выполнена на 80%. Срок окончания сдвинулся из-за периода дождей в сентябре. По санитарной чистке территории работало 3 подрядных организации. Убрано 90 тысяч квадратных метров тротуаров, 112 тысяч квадратных метров газонов. По окошению травы проведены работы на 28 улицах, площадь скошенной травы 70 тысяч квадратных метров. Составлено 14 актов за нарушение правил благоустройства, направлены в административно-техническую инспекцию для рассмотрения. По общественной безопасности без резонансных происшествий за неделю составлено 55 административных протоколов. По несанкционированной торговле вместе с отделом полиции Советский проведен совместный рейд, составлено 2 административных протокола. Всего за год по данной статье составлено 70 протоколов. По противопожарной безопасности произошло 3 возгорания, пострадавших нет, материальный ущерб незначительный. Прошло 5 массовых мероприятий, самое крупное из них – фестиваль здорового образа жизни, здорового поколения, который прошел на стадионе в Ново-Синеглазово. Количество участников более 150 человек. По призыву государственное задание 100 человек, призваны 4 человека. Доклад окончен. Спасибо. Зуфар Фанусович. Доброе утро всем. По пожарам у нас было за выходные, за неделю очень много возгораний. В основном это возгорания идут, поджигают баки на контейнерных площадках. Тут практически за 2 выходных дня у нас сгорело 5 баков. По благоустройству подрядная организация занимается уборкой внутриквартальных территорий и очисток остановок. По ФСГС, по общественным пространствам, из 14 тысяч квадратных метров по контракту выполнено 13 700, осталось 300 квадратных метров, завершаем работу. По реальным делам из 52 объектов выполнены все. По дворовым территориям из 16 дворовых территорий выполнены все 100%. По правилам благоустройства. За текущую неделю направлено в управление благоустройства 4 акта, составлено протокол совместно с полицией 2 за текущую неделю. Все дома с теплом. Доклад закончил. Хорошо. Так, Валерина Игоревна, металлургический район. Доброе утро, Наталья Петровна, уважаемые участники аппаратного совещания. С начала отопительного сезона в диспетчерскую службу администрации района поступило 200 обращений жителей, связанных с отсутствием либо предоставлением ненадлежащего качества услуги по отоплению, 37 обращений, связанных с отсутствием горячего водоснабжения. Вся информация в оперативном режиме передавалась в теплоснабжающие сетевые обслуживающие организации для принятия мер. Управляющими компаниями и обслуживающими организациями проводятся работы по перезапуску и регулировке внутридворовых систем отопления. Что касается мероприятий, в районе проведено 3 мероприятия. 2 из них посвящены Дню пожилого человека, 1 – поздравлению педагогов с Днем учителя. Завтра у нас торжественное мероприятие по открытию киноцентра «Импульс».
По программе формирования современной городской среды у нас выполнен сквер юбилейный. На сегодняшний момент идет приемка работ у подрядной организации. По дворовым территориям 24 двора у нас запланировано было к благоустройству. На сегодняшний момент выполнено благоустройство 22 дворовых территорий. По реальным делам у нас в настоящий момент проводятся работы по обрезке зеленых насаждений, завершены работы по ремонту тротуаров и внутриквартальных проездов, и остается последний объект – это благоустройство общественной территории в поселке Аэропорт. Произведен демонтаж малых архитектурных форм, ведутся подготовительные работы к асфальтированию и установлена копия самолета УТ-2. Продолжается формирование карт-схем по прилегающим территориям. На прошлой неделе у нас было 3 пожара. Один в СНТ «Электронщик», возгорание строительного домика, погиб один человек. По Комаровского 6 сгорел один киоск и происходило возгорание электропроводки в парке имени Тищенко. Проводилась эвакуация людей, пострадавших нет. Резонансных происшествий нет. По призыву наряд 130 человек, призвано 3 человека. Доклад окончен. Хорошо. Сергей Васильевич, пожалуйста. Наталья Петровна, Андрей Владимирович, доброе утро, коллеги. Значит, по отоплению до сегодняшнего утра оставалось 14 жилых домов в Чувакуше в связи с аварийной ситуацией. Значит, субботу, воскресенье работали, сегодня с утра начали заполнение теплотрассы. Значит, продолжается работа по... Других отключений нет. Продолжается работа по обследованию жилых помещений по уборке мусора. За неделю выдано 13 предписаний на нежилые объекты. Контролируем ход их выполнения. Значит, по реальным делам практически программа завершена. Значит, выполнено 23 объекта, значит, асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов. Это ремонт тротуаров, 26 объектов выполнено, и грейдирование в поселках закончили контракт, 12 объектов. Значит, по городской среде 2 сквера мы реконструируем, по Красному Уралу плитка, скамейки, урны 100%, малые архитектурные формы устанавливаются, значит, на 80% установлены. По скверу по 40 лет Победы тоже плитка 100%, скамейки, юнги 100%, также устанавливаются малые архитектурные формы. Значит, по дворовым территориям мы реконструируем 10 дворов, значит, 100% 9 дворовых территорий, один двор в стадии завершения. Освещение в скверах выполняется подрядчиками УДХ, работы начаты по прокладке кабеля. Значит, по нашей информации, в середине октября придут закладные, значит, и опоры освещения, которые будут установлены. Эти 3 пожара в течение недели, трансформаторная подстанция горела, недостроенное жилое здание по Бевеля, значит, бытовка молодогвардейцев 7, значит, пострадавших нет. За неделю было составлено 122 административных протокола нарушений. Значит, призыв у нас большой, 170 наряд у нас, значит, комиссия начала работать, 10 человек на сегодняшний день призвано, остальное все в рабочем порядке. Александр Борисович Калинский. Доброе утро, Наталья Петровна. В Калининском районе все объекты ЖКХ работают в штатном режиме. По отоплению все дома на 100% с отоплением. По горячей воде Калинина 24, значит, они все-таки в пятницу собрали нужное количество. Сейчас на данный момент ведется заключение договоров. Ну, планирую, наверное, к концу октября, наверное, они поставят бойлер. Запустят. Возгорание, чрезвычайная ситуация. Возгорание было 3. По охране общественного порядка 175 протоколов за неделю. По благоустройству и санитарному содержанию отыграли мы 4-й квартал. Приличная экономия получилась. Вот. По формированию комфортной городской среды. Значит, у нас университетская набережная, покрытие полностью все закончены. Малые архитектурные формы также закончили. Резиновое покрытие сделали там. Остаются у нас озеленения, но озеленение она начинает, как бы уже копает, ну, садят кустарники, деревья. У нас до декабря там срок. Сейчас также мы включили в благоустройство и санитарное содержание все вот эти общественные территории. Сейчас наводим порядок подрядными организациями и передаем на дальнейшее обслуживание уже тем, кто выиграл.
Значит, по реальным делам у нас первый этап закончен на 100%, второй этап закончено 6 объектов из 10, и к третьему этапу они только что вот приступили. По набережной Столыпина. На Столыпине, значит, у нас тоже плитка закончена на 100%, это от Кирова до Каслинской. Также продолжается, она готовит под посадку крупномеров, копает ямы и устраивает газоны. По второму этапу от Каслинской до Свердловского проспекта подпорная стенка готова на 95%. На завтра заканчиваем там полностью и приступили к амфитеатру, работы по амфитеатру. По призыву, значит, наряд 165 человек, призвали 16. Доклад окончен, спасибо. Виктор Александрович. Доброе утро. Все локальные котельные на территории района перешли в зимний режим работы. Потребители обеспечены отоплением и ГВС. За неделю произошло одно возгорание в будке сторожа на автостоянке, 3-й кордонный переулок, 6 без жертв, ущерб незначительный. Продолжается работа по приведению в соответствии с дизайн-кодом вывесок. За неделю было составлено 28 актов с нарастающим 1278 консультаций с предпринимателями, 14, с нарастающим 1392. По реальным делам практически все контракты закончены. В завершение идет 2 контракта по асфальту-бетону. Один по устройству искусственных неровностей вблизи социальных объектов и установка знаков парков для инвалидов по заявкам жителей. По общественным территориям продолжается работа на 6 объектах. По результатам инспекторских проверок железнодорожной сети жилищного фонда составлено 9 актов, передано 63 уведомления и предписания. На сегодня они все исполнены. Призыв наряд 70, призвано 3. Все остальное в рабочем порядке. Галина Андреевна, Тракторозаводский. Доброе утро. Все объекты Тракторозаводского района обеспечены теплоснабжением. На 2 домах Комарова 39, Ленина 26, где регоператор капремонта выполнял замену систем отопления, работы завершены, дома с отоплением. Серьезных аварий, связанных с ними отключений, за прошедшую неделю не было. Работы по кошению завершены, ведутся работы по асфальтированию тротуаров в микрорайоне Чурилова из дополнительно выделенных средств на 3,3 миллиона рублей. Выполняем работы по грейдированию дорог в частном секторе с частичной отсыпкой на 25 улицах. УДХ производит асфальтирование дороги в Чурилово по улицам Линейной и Самохина, а также дороги в СНТ 3 и 4. Места расположения цветников очищены, подготовлены к зиме. В парке Терешковой активно проводится работа по озеленению, по ШОС и БРИКС. Завершается строительство сада планеты Фонтана. В работе входная группа, амфитеатр, библиотека, ограждение и туалет. По представленным городом средствам экономии от мероприятий ШОС и БРИКС мы планируем установить ограждение ледового катка в парке Терешковой и оборудовать историческую площадку. По призыву наряд 148 призвано 18. Заявки по цифровому телевидению в полном объеме закрыты в выходные дни. На территории района пожаров и возгораний не было за прошедший период времени. Проведено 5 мероприятий. День пожилого человека, день учителя. И вчера прошел митинг, посвященный Дню героев Танкограда на Комсомольской площади. Также приняли участие в награждении в гала-концерте «Опаленные сердца». Доклад закончен. Спасибо. Сергей Александрович. Доброе утро. По итогам 10-го Всероссийского форума «Вместе ради детей», который закончился в Калуге на прошлой неделе, Челябинск признан лидером в номинации «Муниципалитета интеграции ресурсов для сохранения семейного окружения ребенка». На 7 октября принято заявление на выплату пособий на подготовку детей к учебному году из малообеспеченных многодетных семей, 4344 заявления. За прошедшую неделю демонтировано 20 рекламных конструкций. В результате обследования города выявлено 11 незаконно установленных рекламных конструкций. В рамках инфраструктурных проектов продолжается укладка футбольного поля на стадионе «Центральный». Искусственный газон был доставлен на прошлой неделе на центральный стадион. В рамках строительства игровых площадок по улице Хрикова 1 производится укладка искусственного газона на мини-футбольной площадке и установлена воркаут-площадка. На прошедшей неделе, 1 октября, в конгресс-холле Центра международной торговли состоялось городское мероприятие «К дню пожилых людей». 550 человек приняли участие. Со 2 по 5 октября прошли открытые всероссийские соревнования по боксу.
Также 6 октября прошел цикл мероприятий, приуроченных Дню Героев Танкограда. На этой неделе сегодня открытие театрального сезона в Новом художественном театре. С 10 по 11 октября пройдет открытый чемпионат города по художественной гимнастике. И 12-13 октября открытое первенство города по рукопашному бою. Доклад окончен. Хорошо, Елена Владимировна. Доброе утро, Наталья Петровна, Андрей Владимирович, коллеги. 3 октября провели очередное заседание муниципального проектного комитета по программе «Город для жизни» в части социального обеспечения и отрасли культуры развития. На этой неделе готовим заседания очередные, мы не останавливаемся на этом, готовим заседания по умному городу, по результатам использования бюджетных инвестиций и встречу с бизнесом. Провели мастер-класс для предпринимателей «Уговор дороже денег», то есть все, что нужно знать в части договорной работы. В информационной системе БАРС подготовлена и размещена вся необходимая информация по городу. Это расходы бюджета в рамках муниципальных программ, общие уведомления о субсидиях предпринимателям, показатели эффективности программ и заседания общественных координационных советов. По итогам третьего квартала Наталья Петровна выдавали поручение на контроле держать спецоценку условий труда. Вот в учреждении бюджетной сферы спецоценка проведена на сегодняшний день на 86%. По итогам рейдовых мероприятий во всех районах города составлено 19 протоколов по несанкционированной торговле за неделю. На этой неделе сегодня члены городской трехсторонней комиссии в режиме видеоконференции принимают участие в расширенном заседании областной трехсторонней комиссии. На среду мы запланировали проведение рабочей группы по неплательщикам, рассматриваем предприятия Калининского района. Будем проводить первое заседание рабочей группы по организации в городе работы над антимонопольным комплаенсом. Это система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Специалисты управления торговли в рамках муниципальной программы «Активное долголетие» примут участие в проведении семинара завтра по основам законодательства по защите прав потребителей для граждан старшего поколения. Ну и завтра работаем с областной контрольно-счетной палатой по первым актам по разногласиям. Доклад окончен. Хорошо. Елена Владимировна, вот поручение было разместить СМИ на доступных интернет-ресурсах информацию об открытии в Доме архитектора проектного офиса. Я информацию уже видела. Может быть, с руководителем еще поговорить, ну, чтобы они еще какой-то открытый диалог сделали, презентацию, может быть, интервью дать, для того, чтобы жители понимали, с какой целью у нас открыт проектный офис, и более активно включились в работу. Хорошо сделали. Владимир Анатольевич, то же самое. Так, Евгений Александрович. Доброе утро, коллеги. Информация о протокольной части и контрольной работе. Значит, за прошедшую неделю зарегистрировано более 280 распоряжений администрации города и 22 постановления. На контроль поставлено 9 поручений губернатора, 2 поручения главы города, 2 представления прокуратуры. На сегодняшний день на контроле остаются 224 поручения губернатора Челябинской области, 127 поручений главы города, данных на аппаратных совещаниях, и 19 актов прокурорского реагирования. На текущий момент нарушений по срокам исполнения поручений не имеем. Значит, приступили к работе по подведению итогов контрольной работы и по работе с обращениями граждан за 9 месяцев текущего года. Значит, несколько слов хотел сказать о работе отделов ЗАГС. Записи отделов записи актов гражданского состояния города Челябинска. Значит, в соответствии с указом президента Российской Федерации с 2017 года проходит работа по переводу записи актов гражданского состояния в электронную форму, так называемую конвертацию проводим. Значит, особенность данной работы состоит в том, что ряд районов имеет достаточно большой объем работы, например, Тракторозаводский район с 32 года, записи поднимаются, переводятся, Советский с 35-го, Ленинский, Центральный с 40-го года. Ну, естественно, молодой самый у нас Курчатовский район. Общее количество записей, которые мы планируем, которые нам необходимо перевести, порядка
3 миллионов, то есть 2 миллиона 971 тысяча. В 2017 году мы сконвертировали 690 тысяч, в 2018 году сконвертировали 891 тысячу, значит, по состоянию на 1 октября 690 тысяч, ну и вот за три года мы сконвертировали 2 миллиона 264 тысячи, значит, и у нас еще до конца года мы план выполняем, и 2020 год, в течение 2020 года мы должны завершить данную работу. Хотел бы сказать о том, что в связи с большим объемом работы привлечены дополнительные средства и финансирование. И сегодня в отделах ЗАГС выполняют работу по конвертации актов гражданского состояния 40 документоведов, которых мы приняли по срочному торговому договору. Значит, ну, работа идет в плановом режиме, и я уверен, что все задачи, стоящие перед нами, будут выполнены. Вопрос перехода на цифровое телевещание. Значит, хотел напомнить о том, что осталась ровно неделя. Следующий понедельник, 14 октября, в 12 часов произойдет отключение аналогового телевидения, и, значит, весь телеэфир будет вещаться только в цифровом формате. Значит, напомнить о том, что к нам 14 числа приезжает группа представителей, специалистов из Мининформ Российской Федерации, которые будут контролировать и мониторить этот процесс по переходу на цифровое вещание. С этой недели в ежедневном режиме начинается проведение областных оперативных штабов под руководством Мамина Виктора Викторовича. Ну и, естественно, так сказать, мы городской штаб тоже в ежедневном режиме будем проводить. Исполнение заявок, значит, сегодня у нас, нам дается 3 дня на исполнение заявок сегодняшнего дня. Мы заявки должны исполнять в ежедневном режиме, то есть в течение 1 рабочего дня. Значит, проводим работу по информационному обеспечению, подготовили дополнительные листовки. Значит, Мининформ нам дал аудиоролик, который мы раздали в районной администрации для распространения, там, в дворцах, в клубах и так далее, и через управление торговли на больших ТРК. Значит, на сегодняшний день сформированы у нас волонтеры в количестве 565 человек, которые распределены на районной администрации. Есть так называемые тим-лидеры в каждой группе. Ну и они сегодня, так сказать, продолжают эту работу. Значит, соцзащита у нас проводит в плановом режиме выплаты на компенсации гражданам, которые имеют на это право. На сегодняшний день выплаты произведены 403 гражданам, жителям города Челябинска. Ну и основной вопрос, который у нас стоит на контроле и по которому будут нас мониторить и контролировать, в том числе, значит, областной штаб и представители Мининформа, это исполнение заявок. Значит, на сегодняшний день по городу Челябинску заявок общее количество составляет 2040. Значит, закрытые заявки 1987. Значит, в работе находятся 53 заявки. Просроченных заявок мы на сегодняшний день не имеем. Значит, ну, работаем по этому направлению, так сказать, в полном объеме, в полном режиме. Доклад закончен. Надежда Сергеевна. Доброе утро. Все ваши поручения выполняются в рабочем порядке. Доклад окончен. Спасибо. Владимир Владимирович. Уважаемая Наталья Петровна, Андрей Владимирович, коллеги, доброе утро. Информация по вопросу снятия замечаний к проекту генерального плана. На прошедшей неделе получено замечание по генеральному плану от участников рабочих групп по транспорту и экологии в части отображения водоохранных зон. Указанные пояснения направлены в проектную организацию ООО «Гипрогор». В свою очередь от Гипрогора также получены комментарии по ранее направленной информации, которые планируется направить участникам рабочих групп. Представителю городской думы направлено письмо о включении в состав каждой группы по 2 депутата. 9-10 октября запланированы рабочие группы по транспорту, архитектурным, экономическим вопросам, вопросам экологии и границам города. Отработана совместно с Министерством экономики Российской Федерации предварительная дорожная карта работы согласительной комиссии, в том числе в части обязательного повторного размещения Федеральной государственной информационной системы территориального планирования. Данную дорожную карту планируется подписать 10 октября. Напомню, цель рабочих групп до конца октября подготовить итоговое предложение, поступившее к генеральному плану, а именно внести исправления,
предложит альтернативное решение, принять проектное предложение после защиты проектировщика своих решений и направить протокол на рассмотрение согласительной комиссии. На особом контроле находится строительство школы микрорайон Яблочный и детского сада по улице Коммуны Володарского по школе Яблочный в Трактирзовском районе. Общая строительная готовность объекта 100%, но пока застройщик Альфа-Строй не в полном объеме выполнены пусконаладочные работы. В настоящее время идет уборка помещений, готовится передача под монтаж оборудования и мебели. На контроль взята поставка технологического оборудования, мебели, срок завершения основного объема поставок – середина октября. По детскому саду коммуны Володарского. На ежедневном контроле специалистов МКУ «Челябстройзаказчик» находится исполнение мер по ликвидации отставания от графика работ организации ООПСК «Интерстрой». Мероприятие подрядчиком выполняется, но тем не менее отставание на данный момент наблюдается существенное. На сегодня выполнено 29%. ООПСК «Интерстрой» ведутся работы по кирпичной кладке второго этажа, устройству монолитных участков, перекрытие первого этажа, устройству перегородок. Срок до 10 октября запланирован приступить к работам по устройству перекрытия второго этажа. Начаты работы по вертикальной планировке территории. До конца года запланировано строительство еще 4 детских садов. 29 сентября проведен аукцион по детскому садику в 48-м микрорайоне. Планируемая дата заключения контракта 8 октября. Еще 3 садика, 2 в Академии Риверсайд, дата в микрорайоне 2, дата аукциона 8 октября. Планируемая дата заключения контракта 21 октября. И в 4-м микрорайоне Академии Риверсайд дата заключения, дата проведения аукциона 25 октября, планируемая дата заключения контракта 5 ноября. Детский садик Парком 2, дата аукциона 17-10, планируемая дата заключения контракта 29-10. Доклад закончен. Так, по школе, Светлана Викторовна, может быть, объединитесь? Да, мы уже разговаривали, в эту среду мы встречаемся на школе и уже определяем полностью планы, что делает школа и как мы дальше ее вводим. То есть вы помните, да, их обещание о том, что они планировали там, ну, 1 октября, то есть сегодня уже у нас с вами 7, да? У нас начинается уже вторая четверть, 4 ноября, и очень хотелось бы в этот период зайти. Нет, я все понимаю, что по контракту там 30 ноября, но дети же хотят учиться в новой школе. Поэтому, Владимир Владимирович, это план, который Альфа-Строй себе, да, поставил? Ну, мы все вместо хотим... Ну, кроме меня. У меня другие планы. Мне надо быстрее школу. И у детей тоже. Потому что сейчас, как только погода испортится, начнутся дожди, а не со второй обуви. И количество детей, которые в Чурилово ходят в школу, вот просто в понедельник или там в любой другой день утром съездите, посмотрите ради интереса, сколько приходит в школу в течение дня детей. То есть у нас в прошлом году уже 4000 училось в этой школе. Светлана Викторовна, в этом году сколько? 3200. То есть выпустились, честь не набрались. Но все равно их надо разводить по школам. Максимально ускорим все равно. Максимально ускоряйтесь. То есть, я понимаю, они могут 30 ноября нам сдать и будут правы. Речь-то идет о том, что есть необходимость. И у них есть возможности это все сделать к середине октября. Да, Василий Евгеньевич? Да, возможность такая есть. Контролируем. Ну, значит, надо ставить на контроль, ежедневно контролировать. Работа по этой школе на ежедневном контроле, как уже Светлана Викторовна сказала, в среду мы там... Кто из вас ежедневно бывает на школе? МКУ я бываю раз в неделю минимум. Раз в неделю. А кто каждый день бывает на школе? Специалисты МКУ, Челябстройзаказчик. Василий Евгеньевич, вот когда я работала первым заместителем только, и когда школа сдавалась, я практически каждый день сама ездила, являясь первым заместителем. А у нас начальник управления не ездит каждый день на школу. Так по детскому саду, по тому же, который по Володарского, сколько я буду слушать это все? С застройщиком работаем в ежедневном режиме. Специалисты Челябстройзаказчик там бывают и утром, и вечером. На сегодня обещания все по количеству каменщиков подрядчик выполняет. Ну, отставание существенное. Стараемся его. Так я эти отставания слышу уже месяц. Я уже молчу про то, что летом эти были отставания. То есть потом я вам указала на то, что отставания идут, работайте. Либо мы расторгаемся с контрактом тогда, либо мы строим. То есть в итоге получается, мы до конца года сдаем объект или нет? Будем стараться. Будем стараться. Теперь по тем объектам, которые у нас строятся под выкуп. Есть контроль надлежащий? Да. Небольшое отставание было по детскому саду в Чурилово, но графика не догоняют. Я думаю, проблем не будет. То есть все три детских сада, Легион нормально идет? Стройдом нормально идет?
Да. То есть остаются только Чурилово проблемные? Я бы сказал, на контроле, а с Легионом и с садиком. По Легиону, Наталья Петровна, мы уже начали комплектование полностью этого детского сада. В ближайшее время уже будут переданы ключи, и мы выходим на лицензирование. Я думаю, что в октябре мы полностью детский сад заполним. Не, ну хорошо. То есть у нас задача с вами вот эти 3 детские сада, которые будем выкупать, в этом году выкупить однозначно. И достроить те, которые по плану. То есть у нас самый проблемный один – это на Володарского. Да, ну, значит, надо сосредоточиться, и все. И каждый день помогите субподряда. Может быть, они сами не справляются, надо на субподряд им кого-то дать. Количество людей добавить. Так. Владимир Георгиевич. Доброе утро, уважаемые коллеги. Улично-дорожной сети на сегодняшний день всех видов работ выполнено на площади 1 200 000 метров квадратных. Но особое внимание национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 3 подрядчика по Нижнему Новгороду из 18 объектов, 13 закончили, 3 в работе и 2 в подготовке. Это «Соня Кривой» и «Цвиллинга». Всего на сегодняшний день 87% выполнено объемов. По достройтехлизингу Копейское шоссе, значит, 100% закончили работы по выполнению основного объема контракта. Ну, будет принято решение, они идут дальше. То есть за мостом до границы города Челябинска. Примерно еще плюс 20 тысяч метров квадратных они на этой неделе должны сделать. По Южерову мосту 2 развязки. Нас вчера провели еще рабочие встречи по всем вопросам. Посмотрели, значит, ну, работы. Также ведутся работы активно по центральной части города. Ну, практически выполнены на улицах Пушкина, Коммуны, Елькина, Васенко, ну и других. Значит, в настоящее время Карла Маркса ведутся работы. Закончили работы в поселке Смолино, улица Дачная, Чапаева, 23-я улица. Значит, ведутся работы, как здесь уже звучало, в поселке Чурилово. Вот подготовка идет на поселке ЧКПЗ. Вот продолжаются работы на улице Витебска в центральном районе. Идет подготовка Троицкий тракт. И со среды круглосуточно приступают к работе. Также хочу заметить, что у нас в программе БКД было 2 светофорных объекта. На этой неделе они оба входят в работу, то есть они сделаны. Тепличная Победа и Меридиан Потемкина. По транспорту, значит... Подождите, с дорогами давайте разберемся сначала. Угу. Значит, вы говорите, Елькина заделана. Елькина, да. А сегодня пешком шли на работу? Или я имею в виду Елькина, та часть, которая до Ленина, от Ленина и в сторону труда. А это труда. Тимирязева считается? А это, ну, как бы Тимирязева и Елькина. Это планируется сделать завтра в ночь со вторника на среду. Вот выходные все, стояла хорошая погода. Владимир Георгиевич, они круглосуточно работали? Они работают как бы круглосуточно, но это не значит, что на объекте круглые сутки. Они есть объекты, где я работают. Я знаю, что много объектов. И днем, и да, где ночью работают и так далее. Ну, в основном ночью это заканчивают 40 лет, 2 дня еще нужно, Победа, еще один объект будет закончен. Вот. Днем работают по коммуне, ну и по всем вот этим объектам, что я назвал, часть ночью, часть днем. А в среду-то почему круглосуточно начнут работать? Это по Троицкому, это новый объект, новое зашло предприятие, заходит ДСО-1. Потому что они в четверг еще... дождь по прогнозу, они в среду начнут круглосуточно работать. Ну, они только заключились контракт, они фрезеровкой сейчас занимаются, у них просто на среду выпадает начало работы. Хорошо. Я докладываю. Хорошо. Сидорук у нас здесь, да? Александр Петрович, по центру ваш работают? Мы работаем на Свободе. На этой неделе заканчиваем, где-то дня 3-4. Работаем на Коммуны. Ну, и работаем 40 лет Победы. 40 лет Победы тоже заканчиваем на этой неделе. Осталось там 3-4 дня. И переходим на Цвиллинга и Сони Кривой. А центр Елькина это не наши. Нет, я понимаю, я про эти улицы тоже говорю. Я в воскресенье просто ездила, смотрела, и вот сказать, что прям вот работали все в центре города, я бы так не сказала. Где-то силы были перенаправлены, на северо-запад заканчивали? Ну, доделали Чечеринова, завершили, и Российскую завершили.
Ну и был день, один завод, ну, текущий ремонт производили. Вот, ну вот с этого и начните, потому что видно, что не работали круглосуточно. Так что осталось 124 тысячи, это 10, максимум 15 дней с погодными условиями сделаем. А завод почему не работал? Ну, в хорошую погоду. Поломка была. Поломка была? Один завод, второй учился, работал. На каком поломка была? На ЯКК. 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 Со Свердловска, с Екатеринбурга запчасти привезли за день и поставили за работу. Так, хорошо. Владимир Георгиевич, продолжите. По транспорту я хотел сказать, что та партия 15 штук автобусов первую работает все на линии. И на этой неделе мы вторую половину контракта, вернее, 17 работает и 15 ожидаем на этой неделе. По ЛиАЗам контракт будет закрыт. Так, ну, угу. То есть это КПГ? Да, КПГ, это КПГ, да. То есть останутся только СПГ, которые не пришли. Так, теперь со светофорами давайте разберемся. Пробки в городе начались. Отрегулировали вы, что ли, перенастроили в связи с окончанием летнего срока, или что происходит? Да, есть на ряд светофорных объектов, где изменен режим, например, коммуны Энгельса, там в связи с выделенной полосой, и в связи с и 1 сентября там этот режим, он поменен. Добавлена цикл отдельная стрелка, то есть отдельная фаза горения светофорного объекта, поэтому там вот эти изменения внесены. По остальным светофорным объектам, готовя включить тепличную Победы, она в общей системе будет работать, подкорректированы буквально незначительным образом работы светофорных объектов по Победе. Это какими-то правовыми документами обусловлено? Это вот по, значит, Энгельса и коммуне, да, это были, значит, ну, во-первых, это КСОТ, который утвержденный, да, и второе, это непосредственно рабочее наше совещание, на которых принимаются данные решения в соответствии с разработанной комплексной схемой организации дорожного движения. А учитывается то, что ведутся ремонтные работы? В ряде моментов, да, когда это значимо, когда заужение или вообще закрытие, то да, мы телефонограммой, ну или на рабочих еженедельных совещаниях два раза в неделю. А наличие пробок видит СМЭО ГАИ у себя на карте? Часть видит, часть еще нет. Там, где установлены у него видеокамеры, где система работает, там видит. Но вот на сегодня я вам говорю, что есть пробки в городе, и ведутся большие ремонтные работы. Да. Можно на какое-то время тогда не перенастраивать ничего, оставить в прежнем режиме и работать так, как летом работали? Можно вернуться. Сейчас, ну, сейчас надо, и надо вернуться, потому что объем работ большой идет по городу сейчас. Вы перенастроили светофоры, в итоге пробки, жители города недовольны. Не, ну мы не во многих местах, Наталья Петровна. Я понял. Юрий Георгиевич, обращение есть, поэтому все, наша с вами задача, смотреть, чтобы жители города не чувствовали дискомфорт. Они и так его чувствуют. Да, мы все лето ремонтируем дороги. Давайте еще светофоры перенастроим до того, пока мы не закончили все ремонтные работы. Это же неправильно. Подумайте, мне после обеда расскажете свои хорошо планы. Хорошо. Так, есть еще что? Нет, все. Так. Спасибо. Так, Алексей Владимирович, есть что добавить? Про вас Владимир Георгиевич практически ничего не сказал. Да. Сказал, что у вас все хорошо. Да, доброе утро, уважаемые коллеги. Работы по содержанию у нас в плановом режиме. Приступили к переоборудованию техники на зимний вариант. Отслеживаем погоду, поэтому приступили к переоборудованию, так как в центральной части России начались снегопады. Что касаемо объектов строительства двух развязок, все согласно планов на развязке Дерна-Блюхера. Приступили к устройству верхних слоев покрытия. Планируем закончить до среды на тех участках, где есть такая возможность. Так, в принципе, все остальное в плановом режиме. Доклад окончен. Александр Петрович, есть что еще? Ну, добавить хотел, обращаюсь к Шамне Владимиру Валентиновичу. За выходные на Свободы 77 установили заборные ограждения строители. Неизвестно ни паспорта объекта, ничего, прямо на срезанный асфальт. Просьба день-два убрать оттуда, чтобы мы завершили улицу. Ну, и обращаюсь к полиции, спасибо за помощь, но еще будут нужны обращения по Свободе, будем убирать машины. Все, на мне все.
Нет, конечно, здесь телефон уже у всех есть, обращайтесь. Сергей Викторович, есть возможность помочь? Наталья Петровна, работаем в рабочем режиме, все заявки исполняются. Спасибо. Так, все у вас, Александр Анатольевич? Все, спасибо. Так, по линии ЖКХ, по собственному желанию, в пятницу уволился Крихтунов Евгений Валерьевич, поэтому с сегодняшнего дня исполнение обязанностей по профильным начальникам управления распределены пока до назначения нового руководителя. Поэтому Петров Дмитрий Викторович исполняет в части управления жилищно-коммунального хозяйства, Алена Сергеевна в части экологии и природопользования, и Рымарев Александр Владимирович в части обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Давайте начнем с Дмитрия Викторовича, пожалуйста. Добрый день, коллеги. На 7 октября все источники теплоснабжения города работают в штатном режиме. Теплоноситель подан на все многоквартирные дома и объекты социальной сферы. На сетях Минобороны в поселке Чевакуш после запуска отопления произошла авария. Под отключение попали 14 МКД. На 6.00 сегодняшнего дня ремонты завершены. Производится заполнение сетей. Теплоноситель на дома будет подан во второй половине дня. Завершаются работы теплоснабжающих и управляющих организаций по регулировке и балансировке систем отопления. Возникающие повреждения на тепловых сетях выявляются и устраняются аварийными службами в нормативные сроки. За весь период запуска и регулировки отработано порядка 4000 заявлений, что сопоставимо с прошлым годом. В рамках реализации программы формирования современной городской среды в полном объеме выполнены благоустройство 101 двора из 125. Профинансированы работы на общую сумму 32 миллиона рублей. В оставшихся 24 основные работы выполнены. Завершаются работы по установке малых форм. Общий процент выполнения администрациями районов мероприятий по общественным территориям составляет 96%. Срок завершения работ до 1 ноября. В рамках работ по переходу на цифровое телевидение управлением ЖКХ совместно с управлением молодежи с привлечением управляющих организаций города продолжается работа по информатизации населения, по информированию населения города, для чего в очередной раз подготовлены новые брошюры и распространены на многоквартирных домах. Остальное все в штатном режиме. Так, по тем домам, которые у нас остатки оставались, я про Смолинские карьеры говорю. И про вечерний, по Челябинскому рабочему. Решили вопрос? Да, все решили. Все решили. Да, хорошо. Алена Сергеевна. Доброе утро. Управлением подготовлен перечень контейнерных площадок с учетом работы в третьем квартале. Перечень направлен в управление жилищно-коммунального хозяйства. Проект рекультивации городской свалки находится в государственной экспертизе. Работаем с замечаниями эксперта. Все остальное в рабочем порядке. Доклад окончен. Да, хорошо. Александр Владимирович. Уважаемая Наталья Петровна, Андрей Владимирович, коллеги, доброе утро. За прошедшую неделю у нас происшествий в городе не произошло. Лесопожарная обстановка в норме. На эту неделю у нас прогнозируется третий класс пожарной опасности. Спасательной Челябинской городской службы спасения было совершено 36 выездов, оказана помощь 15 жителям города. На ЕДДС обратилось 7814 человек, по линии экстренных служб в обращении было 1661 человек. 1-2 октября проведена всероссийская тренировка с органами управления силами и средствами, в том числе Челябинского городского звена. Анализ проведет федеральная структура. Как он к нам поступит, мы обязательно проведем общее совещание с разбором данного анализа. 2 октября проведен смотр готовности подвижного пункта управления главы города. 1 октября мы провели тренировку муниципальной системы оповещения, информирования населения о чрезвычайной ситуации на территории города Челябинска. Но это тоже в рамках всероссийской тренировки. За прошедшую неделю поступило и отработано 7 планов гражданской обороны организации, из них 5 утверждены, 2 направлены на доработку. Челябинской городской службой спасения были проведены учения на Челябинском профессиональном колледже и Челябинском юридическом колледже по ликвидации последствий ДТП и аварийно-спасательных работ. Также 3 октября проведена проверка готовности как служебного, так и оперативного автотранспорта, в том числе Челябинской городской службы спасения к осенне-зимнему периоду.
Выдано на этой неделе 2 разрешения на использование воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами. В Институте гражданской защиты на прошедшей неделе проведено обучение по программе повышения квалификации членов КЧС организации 2 группы 41 человек. И 4 октября был проведен день открытых дверей, приуроченный к Дню гражданской обороны. 9 октября, Наталья Петровна, мы проводим показательное практическое занятие в пункте временного размещения пострадавшего населения в средней образовательной школе номер 138, где собираем всех директоров ПВР и показываем, как это должно, в общем-то, проходить. Оперативные службы функционируют в штатном режиме. Доклад закончен. Спасибо. Наталья Валерьевна. Доброе утро. Продолжается вакцинация от гриппа. На 4 число 10 месяца привито 172 тысячи, это 34% от подлежащих. Потянулись студенты. Лучше всех прививаются медики и работники образовательных организаций. И усилилась сфера жилищно-коммунального хозяйства с 19% на сегодняшний день до 34% не подняли вакцинацию по своим сотрудникам. По вашему поручению подготовлено и направлено письмо в адрес глав районов и координатора трехсторонней комиссии по регулированию трудовых отношений Мурзину Елену Владимировну, где мы указали и попросили довести до сотрудников организации и предприятий всех форм собственности о необходимости прививать своих сотрудников в соответствии с мероприятиями комплексного плана, который подписан как областью, так и городом. Также мы указали все координаты ответственных лиц по поликлиникам, по районам, куда они могут обратиться для проведения вакцинации. И также, Наталья Петровна, хочу доложить, что закончен ремонт операционных в городском офтальмологическом центре, введено в эксплуатацию новое оборудование. Мы приглашаем вас оценить нашу работу. Доклад окончен. Хорошо. А в каких торговых центрах-то люди пришли и не было? Не люди пришли и не было. Случилась ситуация. Представители, я имею в виду, лечебных учреждений наших, областных, когда они пришли на прививки и не это было. Это были городские учреждения ТРК, Фиеста и торговый центр. В торговом центре вакцинация закончилась на 40 минут раньше в связи с тем, что закончилась вся та вакцина, которую взяли с собой. Взяли обычное стандартное расчетное количество, порядка 200 доз, но желающих оказалось больше. Так как вакцина закончилась, то мероприятия свернулись на 40 минут раньше. В Фиесту выехали с задержкой в 40 минут и начали вакцинацию чуть позже в связи с поломкой автомобиля, который доставляет вакцину в специальных контейнерах. Поэтому, ну, это накладки, которые, в общем-то, технические, и руководителям медицинских организаций, которые допустили такие, так скажем, ситуации, будет поставлено на вид по обеспечению достаточного контроля для проведения этих мероприятий. Больше такого не допустим. И еще хочу сказать, что вакцинироваться нужно не только в торговых комплексах. Все-таки основная вакцинация происходит в медицинских организациях города. И проводится она ежедневно с 8 утра до 7 вечера. И если в торговых комплексах за выходные привилось только порядка 1260 человек, что, собственно говоря, хорошо и здорово, то 172 тысячи – это люди, которые привились в поликлиниках. Не стоит рассчитывать только на торговые комплексы. Это в большей степени акция, направленная на, ну, привлечение внимания к необходимости вакцинации. Вот, технические моменты возникли, да. Это вас не оправдывает? Отсутствие информации о том, что на 40 минут позднее, либо на 40 минут раньше, естественно, приводит в недоумение жителей, которые рассчитывали прийти и поставить. Поэтому это надо публичить. То есть объявление, либо по громкой связи сказать о том, что начнется там с такого-то времени, чтобы люди пошли погуляли, либо народ, что уже закончилось. То есть выдерживать надо то время, которое заявляете. Это неправильно. Согласна. Светлана Викторовна. Наталья Петровна, образовательные организации работают в штатном режиме. В этом месяце проходят школьные этапы Олимпиады младших школьников и школьные этапы Всероссийской Олимпиады школьников по различным предметам. На
предыдущих неделях состоялась традиционная встреча поколений судеб «Связующая нить». Это мероприятие было посвящено 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, на прошлой неделе стартовал муниципальный инновационный проект «Хочу руководить». Цель проекта – формирование муниципальной команды резерва административно-управленческого кадрового состава в сфере дошкольного образования. Это непосредственно реализация проекта «Учитель будущего» в рамках национального проекта образования. Далее в Челябинске проходит серия вебинаров по актуальным вопросам содержания КИМов ОГЭ и ЕГЭ 2020, последующим учебным предметам биология, история, математика, общество знаний в настоящий период, затем по остальным предметам. На прошлой неделе состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дню Учителя и открытию конкурса профессионального мастерства. В этом году конкурсы профессионального мастерства пройдут в форме фестиваля. Во всех мероприятиях приняли участие главы районов, председатель городской общественной организации ветеранов Валентин Иванович Буравлев. Кроме того, следует отметить, что по образовательному центру номер 4 мы на сегодняшний день работаем уже в полном объеме по комплектованию. И я думаю, что выходим на лицензию уже в ближайшее время. Это я уже сказала. По благоустройству территории и ремонту фасадов завершили полностью работы 12 образовательных организаций. Так, а Сабрезка это деревьев, это около первого? Первая гимназия была. Сабрезка деревьев по улице Красной. Виктор Александрович, разобрались? Я думаю, что это парковое поле. Там только деревья обрезались, больше нигде. Наталья Петровна, это заказывала первая гимназия. Они наняли организацию с лицензией. Но сделали все очень плохо. Директор сегодня будет разбираться. Значит, надо штрафовать? Нет, ну там. Нам зачем в центре города такая работа? Согласен. Разбирайтесь, Светлана Викторовна. Разбирайтесь. Хорошо. По первой гимназии. Рядом обрезали деревья. Так, Сергей Викторович. Доброе утро, Наталья Петровна, Андрей Владимирович. Работа управления в штатном режиме. Спасибо. Юрий Митрофанович. Наталья Петровна, Андрей Владимирович, доброе утро. Закончен аудит эффективности расходования субсидий, выделенных на ремонт дворовых территорий и многоквартирных домов. Планируется составление акта. Ну, я к вам подойду, надо переговорить, тут вопросы есть. Закончена проверка в муниципально-автономном учреждении Привокзальная площадь. Вручен акт от Управления культуры, разногласий не поступило. И заканчивается экспертно-аналитическое мероприятие по экспертизе муниципальной программе «Активное долголетие». Все, да? Так, Валерия Алексеевна, протокол разногласий почему не поступил? Совсем согласны? Да. Согласны. Так, по паркам сразу поясните, почему люди стояли в очереди, билеты покупая на аттракционы в эти выходные? Да, погодные условия, соответственно, были благоприятны, и мы не учли такой поток посетителей. Ну, а как, когда? Когда мы будем вперед-то видеть? Будем работать, будем исправляться. Нет, определяйтесь с руководителями парков, ставьте задачи. Центр города, и жители города стоят в очереди. Работают не все кассы, не оператор на несколько аттракционов. Это что такое? Да. Сергей Александрович, наведите порядок. Разберемся. Наталья Петровна, принято. Так, Валентин Иванович, пожалуйста. На этой неделе у нас окончание мероприятий, посвященных Дню Героя Танкограда. Это будут встречи в территориальных ветеранских организациях, музея ЧТЗ и по школам. Ну и проводим на базе городского совета ветеранов прием наших ветеранов, посвященных Дню пожилого человека. Остальные мероприятия все в плановом порядке. Спасибо. Спасибо, Валентин Иванович. Давайте подведем итог аппаратного совещания. Значит, еще раз ставим на контроль ввод в эксплуатацию школы Чурилова. Контроль два детских сада, это Володарского и Чурилова, тот, который выкупной, назначен в контрольную карту. Карт-схема все заканчиваем, про глав районов говорим, если где-то они готовы. Затем у ЖКХ оставить на контроле вопросы подачи теплоснабжения и горячего водоснабжения в жилые дома по всем обращениям граждан, если такие будут, то есть до конца урегулировать этот вопрос. Так, цифровизация. Евгений Александрович, выходим на финишную прямую уже. Так, ну, наверное, все. Сейчас посмотрим еще по протоколу, какие вопросы озвучали. Так, светофоры. Владимир Георгиевич, слышите? То есть и работа. То есть работаем круглосуточно. Заводы оба работают сейчас. Надо работать круглосуточно. Потому что начнутся дожди, потом будет поздно. Пока хорошая погода, надо максимально все сделать.
Так, Андрей Владимирович, есть что? Всем спасибо, всего доброго.